Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Дракону Всадники Олуха. Так, ох, ничего себе, 600 железа, друзья мои, прикинь. В первый раз такую крупную награду получаешь, 600 железа. Как с куста. Да, меня это порадовало. Меня это очень, друзья мои, порадовало. Так, ладно, давай этого парня отправим. Сегодня у нас, по идее, должно быть событие, если я не ошибаюсь. Оно, наверное, уже идет вовсю. Это я только сейчас проснулся. Так, давай-ка мы этого парня на мучение отправим. Так, этого за железом. Этот пускай у нас дальше добывает рыбу. Этот тоже пускай по рыбе прокатится чуть-чуть. Весночес тоже за рыбой. Так, эти все у нас рыбники, так скажем. Только рыбу нам добывает. Вот они пошли. Деревяшки, которые работают на благо древесины. Ну чё, парень, ты будешь у меня прокачаться в конце концов? Не, не хочет. Ровно, ребят, половина. Ну давай, беги дальше, тренируйся. Так, давай глянем в начале события, ребят. Есть оно у нас или нету. Что-то у нас тут аж два... Так, муж страноязников. Давай, наверное, мы сразу с нее начнем. Я хочу посмотреть, ребят, насколько она заходок. Так, судя по... Ой, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На две заходки. На две заходки, ребята, у нас муштра получается. И там что-то, слушай, то ни одного события, то груда, просто груда. Ты видел, да? Сейчас у нас вот эта муштра, потом там через сутки следующие события. И так... А почему не все у нас разноцветные? Почему им предали вот такой цвет? Я не пойму, какой-то маскарадный. Это же... О, ё-моё. Все, я вспомнил сразу, ребята, муштру. Это где у нас будут по одному... дракону, но, как ты понимаешь, они будут, типа, усиленные. Блин, две волны. А разве там не одна волна была? Если таких орлов будут давать в дальнейшем, будет плохо. Ага. Тоже цветник пришел тут у нас. Ладно, ребята, я, наверное, я все-таки дебафну его на защиту плюс укус. А уже на следующем ходу, скорее всего... Ха! Не попал. Не попал, голодранец. На тебе за это. Плюс хилочка. И укусик. И на следующем ходу мы его уже добиваем. Так, он встанет, оказывается. Так, сейчас посмотрим, что нам тут дадут. И тут нам дают древесину. Всего лишь 22 миллиона. Конечно, это мало, ребята. Ну, плюс загадочный пак... Отправлены на почту. Так, получается, ну мы с тобой 1500 тусклого интерес заберем. Может быть, даже 50 рун успеем прихватить. Я, кстати, не посмотрел, сколько у нас энергии. Так. Ну что? Это, насколько я помню, ребят, у нас... А... Слушай, ну это не древоруб, да? Блин, какой ты мощный, это посмотри. Ёк-макарёк. Его надо обязательно дебафить. Или это прихвостень, или это древоруб. Их тут фиг сейчас, ребят, отличишь. По этой расцветке. Я знаю, что по обычному, ребята, древоруб у нас зеленый. Прихвостень у нас такого коричневого цвета, а тут зеленого, фиг знает, кто он. Ты прикинь, я его задолбаюсь так разбирать. Он сейчас влупит, ребят. Слушай, ну если он бомбит фаерболами, значит, скорее всего, это просто древоруб. Потому что прихвостень в любом бы случае сделал бы массовую атаку. Зашибись. Такой же, блин. Только, по-моему, немножечко, да, немножечко, ребят, полегче он разбирается. Но мне-то от этого... промахнулся. Мне от этого ни холодно, ни жарко, если честно. Так, хильнемся. Поехали. Так, это последняя волна, так что можно расслабиться. Лот мудрости.
Это первый плод мудрости после нашей колоссальной растраты, кстати. Так, ну что же, продвигаемся тогда дальше. И погнали. Вот это, ребята, уже матриарх. Вот это вот истинный матриарх. По его расцветке, я думаю, что многие уже заметили. Но он ватник. Он 17 уровня, плюс у него уменьшенное хп. Точнее, я даже сказал не то, что уменьшенное, это его нормальное состояние в хпшке. Просто это до этого были у нас усиленные. Так, что у нас тут? Злобный змеевик плюс мелкий мармеладный громыль. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Сюда укусик. Так, ну что, это как обычно фаербол запустит. И это как всегда... А, он тоже... Блин, я уже думал, сейчас вылетит игра. Вылетит, точно говорю. В общем, друзья мои, игра вылетела, как вы уже поняли, да? И, кстати, она у меня уже два раза вылетала на этом поединке. Два раза. Если она еще раз вылетит, то это уже будет говорить... Слушай, вы оборзели, что ли, вот здесь вот? Оставили мне столько здоровья. Есть. Разобрали этого. Так, ну что, мелкий громоль. Лишь бы игра только не вылетела. В третий раз, блин. Фух, шикарно. Угу, дерево. Дерево, причем очень мало нам дали. И 1500 янтаря я забираю, ребят. Да. Жалко, конечно, до босса. Да, ребят, потому что 4 энергии дают. Они должны всегда давать 5. Почему? Я не знаю, ребят. С какого фига в этом событии 4 энергии дают? Ну... Оу, тут 3 волны, кстати, ребят. Так. Раз, два. И пробивной. Так, водорез плюс душитель. Я, наверное, с душителя начну. Мы его быстрее, во-первых, разберем, потому что он у нас синька. Так, сейчас водорез там сделает свой удар. Мы здесь добиваем. Поехали теперь водореза. Чик рыжить, плюс хильнемся. Потому что у кривоклыка мало хп. Так, что он будет делать? Ага, вот так вот. Вот так он сейчас делает, да? А раньше это немножко по-другому выглядело. Раньше он взмывал вверх и бросал такой пузырь. Так, погоди-ка. Ну, я, наверное, с этого начну. По мне, он, наверное, опаснее, чем водорез будет. Хотя, опять же, ребят, непонятно, кто это, древоруб или прихвостень. Если это древоруб, то, конечно, я бы лучше водореза разбирал бы. Если это прихвостень, то я все правильно сделал. У них разница, ребята, по атаке отличается. Но, в принципе, наверное... Нет, еще не добили. А хотелось бы. Ну что же, крутим очередное колесо и забираем рыбу. Опять же, не очень много. 640 миллионов у нас рыбы. Так, ну и как ты видишь, энергия у нас закончилась. Энергия закончилась. Дай-ка я здесь заберу награды. Так, 500. Ну, тут понятно, ребята, в этом паке загадочным ничего существенного не будет. Поэтому мы его просто так вот пролистываем, как книжку. И древесину забрали. Так, я этих отправил уже, да? А, у нас беззубик. Беззубик у нас был отправлен. Смотри, какие награды. Яйцо, ну, стесколоскопев. Я бы лучше 450 рун взял бы. Осмотр инвентаря. Давай так сделаем. Так, с этими давай разберемся. Так, полетел. Барсик, пускай летит. Готи. Кривоклык. Ага, 8 железа. Ну, 8 железа, это, ребят, очень мало на самом деле. 8 железа, ну, что это? Когда мы с тобой 600 получили. Так. Ты что там стоишь? Давай, давай.
Древоруб, ко столом не сидим. Не сидим на месте. Двигаемся, работаем. Так, тут у нас левелап. Левелап, давай дальше я его прокачиваю. До 124-го нам нужно, ребят, прокачать его. Чтобы у нас, как говорится, еще один дракон появился. Нам нужно вообще, ребята, там 15 драконов 124 уровня. 15 драконов. Ну что за фризы-то опять начинается? Ну, нормально было до этого все. Начинается вот это вот тягомотество. 280, ну давай. Больше пока нету. Больше не хватает. Да ну в плане, блин, древесину некуда девать. Ну ёпрасоте, блин. Как вот это порой раздражает, ребята, а? Древесину некуда девать. Блин. $275 000 это капля в море, блин, по сравнению там со 150 миллионами. Ну вот куда мне? Надо кого-то отправить за... Кто у нас за дерево? Железо носит. Не то. Вот. Возвращайся, парень. Все, сбагрили с тобой мы дерево. Теперь мы можем с тобой забрать... И отправить его дальше. Так, ну а ты что там сидишь? Пройдоха мелкий. Только яйца выдает. Он нам выдает. Давай что-нибудь другое. Что-нибудь другое. Так, здесь у нас что получается? Бесплатный загадочный пак. Стальной проныра нам выпал. Ну, он выпадает, ребята, а фигли, мы его открыть не можем, если он у нас не открывается в этом. В находках мы его не находим. Что я могу сделать? Так, тут на рынок. Так, получить. Весеннее заканчивается через 3 дня, я так понимаю, 13 часов, да? Наград, что-то дофига наград у нас тут, я смотрю. Так, вымпелы. Ареновский пак. Так, ужас, громобой, шепот, чудовище, громель, острозуб, ищейка. Еще 250 вымпелов. Так, 30 рун и 500 вымпелов, да? Плюс один блестящий янтарь. Так, ребят. Давай, наверное, мы наших драконов глянем, легендарных. Так, этого отправляем на поиски. Так, идем к леснику. Так, здесь тоже забрали. И идем к царю всех драконов. Прекрасно. Так, теперь, значит. Ну что, продолжаем, ребята? Слушай, мы можем за 2500 взять один пак. А, нет, 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 не могу я. Слушай, подожди, а что там у нас за награды? Рубий. Ну, ребята, 3 дня, я не успею. Я не успею просто накопить из-за того, что мне работы не даст. Поэтому я, ребята, здесь... С вашего позволения их сбагрю. Таблица лидеров весенья. Давай в сокровищницу. Нам таблица лидеров весенья, ну, вообще не нужна, ребят. От слова совсем. Такс. Ага. Сокровище Фанфира. Или Фафнира. В общем, тоже нам не нужно. Давай дальше ехать. Пока ничего нормального нам не выпало. Шанс выпадения, сам понимаешь, тут мизерный. Метание топориков. Метни себе топорик, знаешь куда? Метание топориков. Такс. Нет, ребят.
Абсолютно, абсолютно ничего не выпало нам. И вымпелы закончились. Ну, в общем, не везучие по драконам, если так смотреть. Опять 750 миллионов древесин уже насобирали. Такс, я уже не помню. Парень, ты у нас за древесину работаешь? Нет, ты работаешь за рыбу. А кореш, по-моему, твой за древесину, если не ошибаюсь. Нифига, я ошибаюсь, ребята. Во! Хотя бы сюда сбагрим, ребят. Пускай он летит. Так виброн. Чтобы, ну, просто не сидел, ребят, на месте. Все, здесь забрал. Так, ну, мы... Подожди, ежедневку. Секунду. Ежедневный вход я пропустил. Вот что я забыл сделать. 250 тусклого янтаря. Так, и там еще где-то топор. Ну, его, конечно, не обязательно искать, но просто, чтобы был. Найти топор. Ну и, в принципе, друзья, наверное, все. Обмен. Какой ты мне тут обмен предлагаешь? За 83 тысячи, спасибо большое. Так, по большому счету, если посмотреть, ребят, не так уж и много. Шарфы, наверное, и зуб. Вот этот зуб, где я его возьму, этот зуб? А, обмен смутьяна. Ну вот, обмен смутьяна, ребята. Видите, что нужно для обмена? Кувшины, например, нужны. Досочки вот эти вот. Рюкзачки. Надо будет, кстати, накопить на это все. Так, Йохан, дай-ка я посмотрю, что у тебя там. Вот такая штука, ребят. Ну, 2500 рун. Ну, это борзость, ты понимаешь? Ну, я уже говорил об этом, ребят. Это слишком борзо. Так, ищите скользкопева. Подожди, а я что, скользкопева разве... разве не искал? Но он уже улетел, поэтому я сейчас ничего не смогу сделать. Мы его отправили на задание. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.